У нас нет военных целей на территории Армении. Сегодня эта страна атакует Азербайджан со своей территории. Об этом в интервью турецкому телеканалу ТРТ «Хабер» заявил президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что сегодняшняя Армения, нарушив все достигнутые принципы, организовала нападение на Азербайджан. У нас есть требования, я уже официально заявил об этом. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии, подтвержденные международными посредниками. В то же время нам должны предоставить график выхода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий, в какой день, из какого региона они выйдут. Естественно, тогда война прекратится, потому что мы хотим, чтобы вопрос был решен мирным путем, но был решен. Çünkü biz istedik ki bu mesele barışçı yollarla çözülsün, ama çözülsün. На вопрос журналиста о возможном перерастании столкновений в масштабную войну, ведущую к региональному кризису, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что грязные деяния Армении на это и рассчитаны. Удары по азербайджанским городам Гянджа, Мингечевир были нанесены с территории Армении. Подобными действиями Ереван пытается спровоцировать Азербайджан на ответные меры. Bugün Azerbaycan ordusu Сегодня азербайджанская армия бьет только по военным целям. Это уже понятно всем и по доступным видеокадрам. Мы сражаемся только против оккупационной армии Армении. Мы никогда не воевали против гражданского населения. Не делаем это сегодня и не будем делать никогда. За основу переговоров по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту может браться лишь восстановление исторической справедливости. Она заключается в том, что Карабах – древняя азербайджанская земля, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Эльнара Алиева, CBC.